пьет чай. Холодно. Погреться маленько. Чаепитие затянулось аж на всю зиму. Чайник в доме Кайгородовых кипятят каждые полчаса, иначе не согреться. Ветеран-дальневосточник Полина Ивановна говорит, бытовые условия, как на войне. Спасаясь от холода, приходится надевать на себя сразу 100 одежек. На ней вон сколько одежек, там еще теплая кофта у ней, вот халат, платок и вот такой, потому что холодно. Да и сама Анна Андреевна по дому без трех пар шерстяных носков и нескольких теплых кофт не ходит. Воздух в квартире удается нагреть до 19, только если включить два обогревателя. Ну, 800-900 рублей только за свет у нас. Угу. Вот. Ну, а куда деваться? Два обогревателя включаем, потому что невозможно. Холодные батареи во всех трех комнатах и на кухне. Ситуация продолжается уже несколько лет. Анна Кайгородова писала и обивала пороги различных инстанций. Результата нет. Они один раз пришли, говорят, у нас было в квартире 16 градусов. Они нам говорят, утепляйтесь. Мы швы вон сделали за свой счет, потому что в эту Васку ходили, нам сказали, на 15-й год. Говорю, да вы что, мы замерзнем совсем. Тогда рабочие предположили, что батарея завоздушена или забита мусором. Батарею вот мы поменяли, она как была холодная, так и есть. Вот новая батарея у нас. Вот. И все время сверху вот чуть теплая, а внизу совсем холодная. При этом у соседей в квартирах батареи даже горячие, рассказывает Анна Андреевна. Последний раз по вопросу отопления женщина обратилась в управляющую компанию «Васка» в конце октября. Ответа никакого не получила. Дозвониться, говорит, невозможно, все время занято. А ходить уже ноги не те, женщине за 70. Мы готовы прийти проверить, составить акт. Первое, что со стыком, если у соседей все тепло, значит, что-то у них с батареей то ли забито, то ли вентиль закрыт. Надо смотреть и разбираться по этому вопросу. Разобраться, в чем дело, нам обещали ко 2 февраля. Мы обязательно снова побываем у Кайгородовых и проверим, сдержала ли управляющая компания свои обещания. А пока в ожидании коммунального блага семье придется по-прежнему оплачивать счета за тепло, которого нет, и беспрерывно пить горячий чай. Марина Матвеевна, Максим Гусев, события.